и выборы в составе Российской Федерации. Но это важный для нас день, для всей вообще страны, с тем, что благодаря Владимиру Владимировичу мы наконец-то в Российской Федерации, в ее составе, ну как бы мы этого ждали. И ну, я горжусь тем, что в данный момент мы находимся уже в составе Российской Федерации. Поменялось все. Молодежь начала работать. Есть для молодежи работа. Те, кто хотят, те идут. Это во-первых. Я очень рада, то, что у нас наконец-то все так произошло. Я надеюсь в дальнейшем, чтобы Владимир Владимирович посетил сирогозы. Какая у тебя мечта в жизни? У меня мечта увидеть президента. Количество жителей предварительно проводили статистику. Ты не волнуйся, говори, что помнишь, говори, что не помнишь, скажи лучше, не помню, не знаю. Долгое время, более 7 месяцев, она была закрыта. Захотелось сделать людям хорошо. Открыли библиотеку. Фонд прекрасный, сохранилось все, и украинская, и русская литература. Земли сколько в районе? Сейчас скажу. Не переживайте ни экзамен. Если что-то не знаешь, скажи, не знаю. 1,20. Да, достаточно. Какие справки даете? О рождении? Рождения много. Много? Все хотят получить новое. Крайне вот буквально на прошлой или на позапрошлой неделе брак у кого регистрировали? Молодая пара была. Нет, у нас вот завтра будет брак. Завтра. А вот буквально было, когда вот к нам телевидение Таврия, Владимир Владимирович, приезжали, и вот как раз вот, ну, так совпало, что... Были планы, что мы распишемся в Российской Федерации, еще не зная о том, что она здесь будет. Ну и вот решили, в районе как бы мы первые. Что со связью? Связь есть нормально, есть без перебоя определенно. Записывайте это все, надо решать. Мы доложили по инстанциям всем, угу. Я просто не стал вас, ну, честно. Наша компания в данный момент, видите, занимается укладкой бордюров. Мы будем по этой улице до конца восстанавливать все бордюры. Новые, где у нас бэушные есть, мы их обрезаем. Тоже так же самое композируем и делаем красивый вид центральной улицы. Производится укладка асфальта, будет в среднем отремонтировано 7,5 километров общая протяженность улиц. Эти улицы не ремонтировались уже более 30 лет. И сейчас благодаря Российской Федерации этот процесс запущен. И я думаю, в ближайшем будущем у нас будет полностью заасфальтированный Нижегородский муниципальный округ. Потому что сейчас все получают русские паспорта, получают карточки. И деньги, выплаты социальные, зарплата, пенсии вычисляются на карточку. Нужен хотя бы банкомат. Сам водитель автобуса, для меня это привычная работа, но дорога оставляет желать лучшего, потому что при Украине она никогда не ремонтировалась. Это все достояние Советского Союза. Как торговля? Отлично. Отлично? Да. Только сюда покупателей мало. Здравствуйте. Ой, открываются магазины, открываются предприятия, работают государственные органы, администрация. Все функционирует в штатном режиме. Отдел ФМС по выдаче паспортов работает в... практически без выходных, даже 8 марта, даже 23 февраля, когда были государственные праздники, паспортный стол работал, принимали заявления, выдавали паспорта. Вопрос контролируется сотрудниками органов, этот вопрос контролируется, регулируется нормативными документами, которые нам предоставляет правительство. Кому-то сделать новые, кому-то восстанавливать документы. Архивная работа проводится, поиск людей, поиск сотрудников, поиск сведений вообще о каких-то о людях, которые к нам обращаются. Это вот один из очень тяжелых, животрепещущих вопросов. Как дела у вас? У нас прекрасно. Уже лучше. А было? Ну, уже налаживается все у нас. Виктория Сергеевна, вы говорите прямо как? Говорите, как есть, не стесняйтесь. Ну, была ситуация похуже, сейчас она улучшилась. Получали медикаменты, все необходимые. Цены? Цены минимальные наценки 3%. А вам хватит 3% прожить?
Мы ж не знаем. Техники должно быть более 100-160 единиц. Они уже, конечно, будут предназначены для маломобильных. Там будут и пандусы, вот, будут и по вместительности, то есть средняя вместительность, большая вместительность, малая вместительность. Причем эти перевозки будут, скажем так, не только внутримуниципально, то есть, вот, допустим, по серогозам, там, они будут иметь возможность передвигаться между районами Херсонской области. Вот привезем вам паспорт. Ну что, пройдем? Зачитаете нам присягу, распишитесь и получите паспорт торжественно. Добровольно и осознанно принимаю. Я любил, мы, як один брат был, мы не понимали, там, кто он такой, чи русский, чи украинец. Все были под одной крой. И один одному помогал. Мы сразу с женой получили первое. Не сильно давно, ну, месяца два назад, наверное. Ни одно учебное заведение у нас не работает на сегодняшний день, потому что нету педагогов. Мы бы очень хотели, если есть такие люди, которые горят. Провели определенную работу, значит, исключили вот это онлайн-обучение на ту сторону. Вот, сейчас порядка, ну, в каждой школе минимум по 50, а то 70 человек, именно детей, которые уже, ну, приходят в школу. Я с первых дней поняла и сама для себя решила, что я все равно останусь директором школы при любом раскладе. Учителя достаточно, учителя, или все-таки есть дефицит? В школах? В школах. В школах есть определенный есть дефицит.